Я левой тоже могу. Я могу.
Все-таки не так, как Уильсон. Я забыл, если хочешь, первый финал, что надо играть лево. Это да. А 9-2. Да, разумеется. У человека 600 очков, у меня 400. Он спрашивает, чью позицию. Человек, вы приезжали сюда, приехали, он спрашивает, как я вас только с ним сыграл. Слушай, 200 очков рейтинга, это не такой разрыв. Если 1200 и 1400, то да. А если 600 и 400, это примерно то же самое, что 200 и 0. Я сейчас такая игра не прокатится. Разве дело еще нет? Ну тогда еще поборемся. Да, да. Так, хорошо. Сейчас играл? Садись. Сейчас спанил. Нет. До трех. Да. А вот финал играет? Я вас называл, да? Все. Я жду сейчас. С кем я играю? С проигравшим в этом матче. Или с кем-то еще? Может, или с кем-то. Человек с тобой стоял здесь, он тоже. Ну, сами, вы этих называли? Да. За трех побед шестой стол играет. Второй, третий финал. Вы можете на пятом столе пока вот человек во втором финале? Я не знаю. Посмотрите, а где там деньги. Давай, сними, пожалуйста. Да, да, да. Подал Василий, и тут ты стоп говоришь. Сложнее не бывает. Саша, забей вот этот, не толкай его. Thank you.
Какая техника, а?